Ставшая уже традиционной акция матча победы на этот раз пройдет в версии «Сидим дома». Об этом любителям футбола и мини-футбола рассказал член Совета Федерации Дмитрий Шатухин. Чтобы стать участником, все, что от вас требуется, это записать небольшое видео, в котором вы поделитесь теплыми словами о празднике, а также продемонстрируете свои футбольные навыки. Понятно, по естественным причинам в этом году матчи не состоятся. Но тем не менее, мы хотели бы запустить добрую и хорошую акцию «Матчи Победы. Сидим дома». Суть ее очень проста. Поздравить наших замечательных дорогих ветеранов, ну и отчеканить, конечно же, мячик. С Днем Победы! Видео можно прислать через обратную связь ВК Федерации футбола Республики Коми. Одними из первых это сделали воспитанники Сыктывкарского детского дома номер 3.